Второй я закончила средства от зеленой аптеки. Три средства у меня закончились. Две маски для лица. Одна глубоко очищающая, успокаивающая маска с белой глиной, эфирным маслом чайного дерева. И вторая маска у меня питательно-восстанавливающая, олива и мед. И закончился скраб кофейный для глубокого очищения кожи. Мне эти средства очень понравились. Я буду покупать их еще однозначно. Все средства вот эти, ну кроме скраба, наверное, вот эти вот две маски, я увлажняющую, правда, еще не пробовала, но вот эти вот две маски, очищающие, питательные, они очень щипают лицо. Вначале меня как-то это перепугало, но потом я посмотрела очень много отзывов всяких, обзоров на именно вот эти продукты. И это, в принципе, нормально для этих продуктов. Они на всех типах кожи так действуют. В общем, это их свойства такие, значит, продукт работает. Я их могу посоветовать, но не для чувствительной кожи однозначно и не для сухой. Для нормальной тоже смотрите сами, как кому. Но вот для комбинированной кожи будет самое то. Я просто именно была вначале в восторге от этих продуктов. Просто потом, знаете, как начинаешь что-то покупать новое с каждым разом и новое. И как-то эти продукты уже блекнут на фоне там других каких-то. А так, в принципе, вот первый раз, когда я попробовала, я была в восторге, честно. Вот здесь 75 мл, хватает надолго. Питательная маска у меня еще с зимнего периода. Так что могу посоветовать, вот присмотритесь к вот этим бюджетным продуктам. Они очень бюджетно стоят, и эффект от них очень-очень даже хороший. Про скраб хочу отдельно уделить ему внимание, так сказать. Скраб кофейный взорвал YouTube, я помню. Всем он очень нравился. Именно таким вот бюджетным блогерам, которые именно обозревают бюджетные продукты. Всем он очень нравился. Я его очень хотела попробовать. Он не такой, как скраб от чистой линии с абрикосовыми косточками. И не такой, как гамаш от Organic Shop. Он тоже просто идет кофейный. Этот скраб мне очень понравился, как для лица, как для тела. У меня потом уже оставалась половина, и я перешла на другой скраб, новый, который я купила для лица. Этим скрабом я стала пользоваться на тело. И честно вам скажу, суперская вещь, как обычный скраб для тела. Я им просто довольна. Даже просто вот покупать не для лица, а для тела. Мне просто не нужно как бы для всего тела. Я именно на какие-то определенные участки его наношу и определенные участки скрабирую. Я замечаю, что идет отшелушивание, кожа становится гладкая. Действительно, вот именно какой-то слой ненужной кожи, либо грязи какой-то, он уходит. Это очень ощущается. Ну, не знаю, это какие-то вот мои ощущения, которые действительно вот запали мне в мозг. Я лично вот люблю его больше, чем от чистой линии с абрикосовыми косточками. Хотя раньше у меня была вот безумная любовь к этому скрабу с абрикосовыми косточками от чистой линии. Я им просто вот, не знаю, наверное, я просто перенасытила вот свой какой-то организм этим скрабом. Даже по действию самому, вот сейчас я пользуюсь скрабом от чистой линии с абрикосовыми косточками на тело, и у меня время от времени какие-то высыпания появляются, непонятно из-за чего, хотя не должно быть этих высыпаний, по идее. С этим скрабом такого не было, никогда. И еще закончились у меня два средства, от Эвелин. Это корректор, консилер, хайлайтер, в общем, не два в одном, наверное, три в одном. У меня вот закончились уже, видно, что здесь такие проплешины в баночках. В общем, закончила я их до самого конца. Это оттенки у меня 0,6 и 0,5. 0,4 для меня слишком светлый, даже
зимой. Мне 5-й оттенок, летом очень-очень светлый, поэтому я пользуюсь 6-м, а под глаза я пользуюсь сначала 6-м оттенком и потом высветляю зону эту 5-м. А 5-й зимой мне подходит как раз идеально, поэтому эти два оттенка для меня, можно сказать, must-have. В общем, вот эти вот две баночки у меня уже год. Ну, здесь по 7 мл, вот 7 мл на год, я думаю, довольно-таки неплохо. И еще у меня закончился бальзам для губ от Nivea Pure and Nature, молоко и мед. 4,8 грамма, все знают, что это за бальзам, вот закончила его до самого конца. Пальцем не стала ковырять ничего. Там я очень, не знаю, как-то его полюбила. Для меня это такой зимний, можно сказать, именно зимний must-have. Я люблю им пользоваться зимой на ночь и в течение дня. И думаю, что не последний раз я его приобретаю, поэтому люблю, люблю, люблю. И еще у меня закончилась туалетная вода. Это у меня Eternal Magic Enchanted. Я очень ее люблю, это мой такой вот аромат, весенний аромат, который, не знаю, я его обожаю просто. Для меня он ассоциируется со мной же, и как-то он меня раскрывает, как-то я с ним себя чувствую просто вот, не знаю, как-то в своей тарелке. Знаете, как бывают такие запахи, которые тебе нравятся, но со временем они как-то ощущаются на теле, они как-то, не знаю, как-то становятся навязчивыми немножко, вот даже какие-то их малейшие нотки. Сладкий такой аромат, именно весенний, и я его очень люблю, мне он нравится. Советую любителям таких вот фруктовых, таких сладких ароматов, обратите внимание на вот такой вот не парфюм, а туалетную водичку. И последнее, что я покажу, это будет интимное средство от Avon. Это у нас Simply Delicate, 300 мл здесь. Я пользовалась им очень долго. Мне, в принципе, нравилось это средство. Вот это вот второй бутылек, который я заказывала. И я его еле допользовала. Я его не буду больше покупать. Есть множество других средств. Ну, как-то это было мне ближе, потому что я, соответственно, делаю заказ в Эйвоне как-то. И вот почему бы не заказать для вот этих частей тела, лучше какие-то более аптечные средства применять, либо более какие-то натуральные. Можно также воспользоваться, если ничего нет, денег нет, можно воспользоваться, разводить соду в обычной воде. Хотя бы даже так пользоваться. Но и это будет намного лучше, чем вот это вот средство, даже намного полезнее. Экономичное. Мне хватило практически на год этого средства. Мне хватало одного нажатия, не полного даже нажатия, маленькой граммулечки мне хватало. Знаю, что он многим нравится, мне он тоже раньше нравился, так что... В принципе, средства неплохо. Это все, что я хотела вам показать. Пакет пустой. В принципе, я показала все пустые баночки, которые хотела. Все рассказала, что хотела. Всем поделилась с вами. Я надеюсь, видео вам было полезно. Чем-то было, чем-то может быть интересно. Спасибо вам за ваше внимание. Всем удачи, до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.